А вы бы закрыли свой инстаграм, если бы ваш молодой человек об этом попросил? Пошел он нахуй. Нет. Ну, я бы думаю, да. Я бы закрыл. Скорее всего, нет. Да, почему нет? Нет. Нет, не закрыл его. Ну, смотря какую причину она укажет. Если там будет что-то убедительное, то почему нет, не проблема. Нет, тоже нет. Я перестала общаться с этим человеком. Нет. Да. Всем привет. Знаете, я ждала какого-то конструктива, да? На той женщине там могли бы сказать, я закрою там Инстаграм только в том случае, если он приведет какие-то аргументы, да, как вот там молодой человек сказал. Если будут убедительные доводы, пожалуйста, я закрою. Но, допустим, зачастую, знаете, просто как бывает, мужчина говорит, закрой свой Инстаграм, я не хочу, чтобы там ты с кем-то общалась, чтобы тебе кто-то писал, вообще ты удали все соцсети, не общайся ни с кем. Ты ему говоришь, а как же друзья-то? Он говорит, я твой друг. Когда ты начинаешь общаться с родственниками, он тебе говорит, зачем тебе общаться с родственниками? Твоя семья – это я. Но при этом он общается со своей мамой, бежит чуть что советы там у нее какие-то просить, да? И вся его родня – это просто вот, ну, прям любимые родственники, да? А твои пускай не приезжают, и ты к ним не езди, нечего с ними общаться. Вот это страшно, да? А когда ты светишь жопой, и он уже просто, ну, не зная, что делать с тобой, да, говорит, закрой Инстаграм, да, чтобы тебе всякие абдулы не писали, или как там правильно, Мухаммеды, я не знаю. Ну, в общем, в любом случае, что-то из этой серии, а она говорит, нет, ты абьюзер, я не буду закрывать Инстаграм, и мы с тобой расстаемся. Ну, вот, не знаю, как-то мне кажется, это все-таки неправильно. Опять-таки, ну, получается, ты не дорожишь этими отношениями, раз ради Инстаграма ты можешь бросить человека. Ну, я, ладно, я понимаю, когда деваха там популярная блогерша, окей, то есть это ее хлеб, это ее заработок, да, то есть она что-то там мутит, и в любом случае какая-то выгода есть. Но когда у тебя там обычный профиль, где ты просто за бесплатно светишь жопой, да, тут уже стоит задуматься.